Да. Это инвестиции? Инвестиции, правильно же, как я понимаю? А у вас там минимальное вложение 30, да? Хорошо. А там акции, облигации, да, золото, биткоин, все есть? После Московская биржа. Ну хорошо, как будут деньги? Мне там что-то открывать? Как мне там зарабатывать? Я даже и не знаю. Робот сам появляется, да? Ну, это как трейдер, да? На рынке, ну, торгует там, да? Так, что ли, получается? Ну что, ребята, наконец-то эпопея завершается со сцепкой, с баранами и с картофелекопалкой. Остается только ее, как сказать, проверить, протестировать. Вот, и потом уже где-то что-то обделать болгарочкой, обработать напильничком. Можно красить и использовать в своих назначениях. Вон там еще один прикложник есть, Вадим. Принеси его. Нет, другой. Вон там, вот. Вон. Я что-то узнавал инвестиции, акции, облигации. Вот это. На почту сказал, скинет. Вернуть нам тоже.
правду узнал сейчас. Выходит? Чуть-чуть выходит. Держи, держи. Можешь одной рукой придержать? Вот это. Я сейчас только вверх подыми немножко. Вот эту дырку буду ставлять вот сюда. Держи теперь. Сейчас, стоп, стоп, стоп. Сейчас вверх приподниму немножко. Так. Ага. Да, держи теперь. Слышишь? Не попасть, там хуже ебать. Давай поставим-ка, немножко. Чуть-чуть. На вторую ты хочешь? Тогда еще считаем. Хорош. Перебой. Ничего не притерлось.
5, 5, 5. Опять сейчас придумал. Идем. Вовка. Идем. Это что делать, Вовка? Где она собирается? Послушай, идем. Не знаю.